Я понимаю некоторых людей. Они купили здесь квартиры, им удобно. Дом, работа, работа, дом. Никто не собирается этот замкнутый круг прерывать. Выезжают на дачу, загородный дом. Главное, чтобы пробок не было. Люди, вы чего? За благоустройство надо, вам ничего не надо. Не этот парк, которым предлагают вам благоустроить. Не в этом виде, не в другом. Ничего вам не надо. Глава города Владимир Александрович, сделайте нам парк. Выполните свое обещание, чтобы мы жили спокойно, чтобы люди не беспокоились. Спасибо.